Итак, ребята, всем привет. Добрый день. Вы, наверное, спросите, где это мы находимся. Можно подумать, что в джунглях, но на самом деле нет. Мы находимся сейчас в парке Сокольники. Вот, сегодня пятница. У нас сегодня очередной день сбор, так сказать, наш. Да? Ну да, пока. Вот. У каждого своя тропа, кто-то в клубы. Кто-то в джунгли. Вот. Короче, мы сейчас что? У нас по плану как? Мы идем сейчас до одной спортплощадки, в конце Сокольников находится. На ней немножко поразомнемся, повисим и так далее. До того времени, пока к нам присоединится Кирилл Викторович. Вот. А без Кирилла Викторовича это пока не паркур-бьюти-блог. Вот как с ним встретимся, так и будет паркур-бьюти-блог. Это одноногий паркур-бьюти-блог. Вот. Сейчас у нас где-то часов 16. Полпятого где-то, а у него работа заканчивается в 18:40. Живет он по адресу. Не находится он где-то на проспекте Мира. Вот. И мы, короче, потом соединимся вместе, воссоединимся. И потом, может быть, насколько ты мне говорил, он хотел поехать на Фрунзенскую парк-культуру. На Фрунзенскую, да, на парк культуры. Ну, в общем, посмотрим, что у нас из этого выйдет. Ну вот, как-то так. В общем, смотрите все сами дальше. Итак, ребят, это второй этот, как это сказать? Вступление. Второе вступление, кое-что забыл сказать. Точнее, хочу кое-что добавить. Здесь есть, знаете что? Здесь в этом парке есть тропа здоровья, называется. Очень хорошее название, мне очень нравится. На ней есть, в общем, эти На ней есть всякие турнички, то есть она идет по периметру всего парка. Вот. Турничок. Турнички. Тропа здоровья, вы представляете себе? Вот. Это так, для информации, так сказать. Ну что, ребят, вот мы пришли в этот парк, и что вы думаете? И дождик начался. Весь день его не было, мы пришли, и начался дождь. Но это нормально, так всегда, это вот нам везет. Вот так вот, ну то есть это вот... Иду я как-то раз по парку Сокольники на работу. Иду, значит, это было где-то 6 утра. И стоит лось. Да ладно. Да. Просто лось стоит и все. Ну, я с ним поздоровался и пошел на работу. Это real story, то есть. Real true story. True story, да. Слушай, а вот эти шины можно вообще подвинуть, сулачки прилетают. В общем, ребят, смотрите, вот такая вот здесь есть площадочка. Я на нее несколько раз приезжал. То есть, мне что нравится здесь, то есть в парке. Отдаленное место такое, знаете, от шума, от города. Вот, здесь есть, в принципе, вот... Долетики вот отсюда, вот сюда, всякие разные. В общем, есть что, в принципе, поделать, но начался дождь. Вы понимаете это, нет? Я даже не знаю, что сказать. Нет, конечно, мне нравится сейчас, ну, я готов промокнуть. Не, мне кажется, он сейчас пройдет чуть-чуть и уйдет. Смотри, он прям туда с разбега нырнул сразу. О, вон молодежь купается. Не, новая молодежь, она, конечно, это... Да нет, он лет по 25, я тебе говорю. Ну, наверное. Ну, в общем, чего?
вот. Я думаю, на этот раз мы много не будем снимать на турниках, чтобы слишком это долго это не затягивать. Вот. Сейчас, если сейчас немножко подсохнет, если что-нибудь это сможем найти, что сделать, будем снимать, короче, это отдельно. Вот. Саша вот будет заниматься воркаутом сейчас. Я сейчас посижу, чтобы эта шина высохла. Вы это видите, да, воркаут будет. Я сушу шину. Сушу, кстати, да, это правильно. Это ты хочешь что сделать? Лачусь, лачусь. Это, ребята, вы видите, да, это он хочет сделать, кстати, лач. Вот с долета, вот потом сюда. Да, кстати, слушай. Это вот получается отсюда сюда и потом сюда. Да, неплохо. Воркаут, это воркаут. Ты в колесо хотел, да? Все. Не-не-не-не. Что ж ты? Вот, и это было бочку. О, красава. Молодец. Вот. Вот, можно было сальто сделать еще. Да? Так, итак, ребят, в общем, вы увидели все сами. Удалось нам сделать там только по пару элементов. Площадка сама хорошая, вон Александр тоже понравилась, да? Вот. Я открыл новый элемент, называется Light Run.
Лач рана, а что это за рана? Ну ты, когда летишь ран, ты, ой, точнее лач, ты бегаешь по воздуху. Ну да, да, кстати. Вот, в общем, особо там не сгорялись, на самом деле, там место серьезное, и там серьезные прыжки такие можно поделать, вот, а мы как-то так, то есть мы немножко размялись и сделали, что смогли, то есть. Ну, просто сейчас еще дождь начинается, нам уже вот сейчас с Кириллом встречаться, и, может быть, когда-нибудь еще туда придем, вернемся и уже выполним что-нибудь побольше, то есть. Почетче. Почетче, да, сделаем. В общем, есть к чему стремиться, да, так сказать. Это точно. Вот, а сейчас мы идем к Кирюхе, к проспекту Мира. Не знает, будет ли сегодня еще паркур, потому что улица дождь. Да будет, будет. Вот куда мы сейчас выходим, непонятно. А ты снимаешь, да, сейчас? Подожди, сейчас прикол будет с водичкой. У меня не получится, не знаю. Если получится с первого раза, значит, ну, просто классно. Ладно, я понял, принял. И третий. Поняли? Не. Видели? Классно. Это не ваш день. Так, ну, в общем, все. Выключаемся пока что. Ой, ребята. Ну, что мы хотим вам сказать? Есть очень одна трагическая история. Есть одна история, да. Она, на самом деле, немного трагична. Прозаична и трагична. В общем, хотели встретиться три пацана. Двое пацанов даже поближе к третьему пацану подкатили. Ну, чтоб, типа. Вот. А по итогу пацаны не встретятся. Походу. Не знаю почему. Не, мы можем встретиться. Ну, мы-то попрыгали просто, даром. Да, там просто что-то у нас какое-то несовпадение начинается. По маршруту. Вот, хотели поехать на парк культуры, вот, Кириллу сейчас туда ближе, а нам только до метро идти полчаса, он уже сейчас туда может двинуть, по итогу он захотел на Сокольнике, вот, и мы не знаем, что делать, вот мы сейчас на распутье стоим. Смотрите, какое здесь место красивое. Были бы. Но мы сегодня хоть это, пару прыжочков сделали. В общем, не знаю, посмотрим. Встретимся мы, не встретимся. Как получится. Ну что, трагичная история, да? Ты ее рассказал? Мы, видишь, стоим на перепутье и не знаем, что делать. Ну вот надо прямо идти. Это любой выход. Сейчас, сейчас. Надо ему набрать сейчас. Ну ты не бери, да. Он еще трубку не берет. Так. Не удалось дозвониться. Все, блок поставил, черный список. Видели, какой баланс? Ладно, сейчас доиграюсь и все. Так, знаем мы такие случаи. Когда ты все? Вот, нет, пошел гудок. Здорово, Кирюх. Ну смотри, мы просто бессмысленно вам ехать, наверное, на Смолянку. Если там сухо, я сейчас как бы сам потренируюсь. Просто, блин, разница у нас большая, 40 минут. А почему ты к нам на встречу не пошел? Так, время тратить. Ну да, тоже. Световой день короткий, он до полдевятого. Но. И все. Сейчас вот есть час потренироваться. Я не прыгал всю неделю. Поэтому я иду тренируюсь. Ну, мы тебя понимаем, понимаем. Не, правильно, на самом деле. Мы-то немножко сейчас потренировались, вот в чем дело. Ну, все, ладно. Ну, вот я про это и говорю, что по времени не выйдет. Ну, ладно. Поэтому... Ага, ну, это очень трагичная история, чтобы ты понимал. Нет, так вы можете попробовать доехать?
и я, вероятно, буду там. Просто вопрос, просто что, постоите, смотрю. Ну вот да, еще видишь, погода странная очень. Дождь начинается, заканчивается. Ну, у меня все сухо на проспекте, но я уже в метро еще. Ну, короче, надо думать. Ну, давай, на связи. Давай. Если что, подкатим, если что, не подкатим. Да. Давай, ага. Все. Вот так. На еду никогда не надо тратить. В общем, хочу пожелать привет. Наш трамвай следует по нашему маршруту. Своей Смоленкой. Следующая остановка. Кирилл, что там? У нас же постоянно. Мы там детство свое прыгали. А сейчас пацаны едут прыгать топ. Но вы узнаете, какое место. Пока в тайне. Да. В общем, ребят, что хочу сказать. 5.29. В первую очередь спасибо Александру за то, что накормил сейчас в Ростиксе. KFC, да? В Ростиксе. Вот, мы сейчас покушали, жизнь налаживается после этого. Вот, а сейчас мы все-таки решили добраться до ВДНХ. Доберемся туда, к космосу, в гостиницу. Посмотрим, что из этого получится лучше. Вообще романтика ехать в трамвае, вы только посмотрите вот на это. Мы сейчас едем через Сокольники. Вот едем сейчас через Сокольники, это вот в лесу прям, вот смотрите. Остановка Охотничья улица. Вы слышали это название? Охотничья улица. Следующая остановка улица Королевка. Уважаемые пассажиры, напоминаем, что в избежании травм пассажирам необходимо держаться за поручни не только во время движения, но и при отправлении. О, у нас 5 тяжей. И против 8 уровня играю. Я даже боюсь сейчас вообще куда-либо попадать. Ребят, это такой кайф ехать в этом трамвае, но улица Короленко. Я давно не катался в этих трамваях. Еще все такое зелененькое вокруг. Следующая трамвай. Остановка Майский Русик. По требованию остановка производится только при наличии пассажиров на остановочном пункте или при получении сигнала от пассажира. Просим вас заблаговременно готовиться к выходу из трамвая. Сиди, он очень круто смотрится. Остановка Майский Русик. По требованию для подачи сигнала нажмите кнопку на выручке. Следующая остановка Большая Оленья улица. И, уважаемые пассажиры, напоминаем вам, что в трамвае ведется видеонаблюдение. В случае совершения акта вандализма и других противоправных действий, видеозапись передается правоохранительной службе. Ну так что? Надеюсь, сегодня, ну, сейчас в ближайшее время не будет дождя, и как топ бомбанем. Кстати, прыжки прикольные, пойдем сюда. Это не дом корабль, это дом, это дом на ножках. Да, да, это он на пульте. Это он, да? Да, да, да.
Просим обратить внимание, пусть будут счастливы все существа во всех мирах. Это такая задача для вас. О-хо-хо-хо-хо! Ребятки, Кирилл Викторович. О-хо, слушай, кэт-ту-кэт за кэт-ту-кэтом. Офигеть. Вот это мистяк. Ну все, короче. Ты можешь, ты продолжаешь с ним, да? Слушай, жесть. Офигеть можно. Не, молодец. Да-да. Косяк улетел. Ну, значит, немножко это, бери ее. Ох, почти, почти. Так, в общем, Кирюх, это, слушай, это такое место, мы вышли из трамвая, да? Да, 25-го, вот, который нас довез прямо до, можно так сказать, до вот гостиницы «Космос», вот она. Вот, мы вышли, и тут вот этот дом, и Саша сразу к нему подвел, там, бля, извините, ой, не могу, там просто кэт-ту-кэт на кэт-ту-кэте. Там место вот просто таких вот еще нужно искать на самом деле. Мы хотели сначала, чтобы нас на Смоленку трамвай отвез, но он такой, нет, я везу только на как-то. Короче, это. Тебе, Кирюх, нужно обязательно к этому месту съездить, может, вместе как-нибудь съездим. Там просто, там можно такой челлендж устроить. Вот каждый промежуток пролететь в кэт-ту-кэте, это, конечно, мощно, заявка на успех, но это было бы очень здорово. Мы по одному кэт-ту-кэту прыгали, прыгнули и достаточно, в принципе. А вот гостиница сама «Космос». Да? Блин, здесь тоже очень прикольное место, так же как-то... Вот. Видите, сзади нас гостиницу «Космос». Сейчас мы ее обойдем и посмотрим, что там будет. Вот. Надеюсь, нас там прогонят. Ну, посмотрим. Так. И... Многие странные мышца вот здесь вот заболел, потому что... Может, она так у меня растет? Ты только начал разминаться, на самом деле. 3 дня я не прыгал, и вот вес как вот именно 4-главую мышцу слева. Так, ну а что вы хотели, мы ему касси? Что тут опять происходит? Ничего не происходит, все нормально. Не видно, а вот целый, нет? Вот это было. Итак, ребята, мы у гостиницы «Космос». Вы только на это посмотрите.
Опа! Офигенно! Давно я здесь не был, я не знаю, несколько лет. Очень давно. Но здесь просто место изумительное. Здесь, смотрите, прыжочки. Прыжочки за прыжочком можно делать. Ну что, все? Сейчас попробуем, может, что-нибудь напрыгать, ребята, и посмотрим. Вот пока какая-то коробочка. Да. Может быть, туда вот надо сделать. Видишь, да? Угу. В Акурасе. И туда вышел, да. Мои пальцы просто, вот там вот. Огонь. Ладно. Это считается, что? Молодец. Да! Хотел это. Ух. Ребятушки. О, еще одно интересное место. Итак, ребят, можете поздравить Сашку. Он прыгнул там кэт-ту-кэт, который, можно сказать, с детства мечтал, да? Mm-hmm. Молодец. Юп-юп. Вот, а это уже следующая локация. То есть тоже у гостиницы «Космос», как видите. Вот, здесь тоже такие же парапетики, тоже можно что-нибудь прыгнуть. А ты что здесь хотел прыгнуть? Смотрите, вот здесь прям, можешь сразу снимать. Все. Сейчас побалуемся. Что, долетишь? Йоу, ну ты даешь. Ой, ёптить, ёптить. О, вообще круто. Не прикольно было? Не, Саша. Давай заново, ага. Тихо. Видишь, далеко лететь для меня. Брать вообще-то и все. Не говоришь, что так было. В общем, мы устали. Серега сейчас попробовал сделать кэтлип в комбинации, но что-то слишком цепко. Да нет, ты долетел, просто цепко слишком. Ну потому что Кирилла нету рядом и да, все. Тяжело, он бы сейчас подбодрил. Да, да.
Даже достаточно, чтобы он Red Bull просто рядом выпил. Так. Ну, в общем, что, ребят, хочется сказать. Хорошо, что мы сюда приехали, вот на это место. Вот. Приятно было здесь побывать. Попрыгали хорошенько паркуру. Ну, как хорошенько? Сашка попрыгал, а я так. Вот. Как это сказать? Стенки пошарпал, во, вот так я это называю. Ну вот, бывает. А я принимаю ванну с зеленью. Чувствую себя комфортно, мне хорошо. Девчонки. Вот. В общем, уже что-то вот у меня все начало болеть прям. Я вот небольшую эту заминку делаю. Растягиваю, что-то все, что-то заболело прям. Несколько дней подряд растягиваемся постоянно. Вот. Здесь вот у нас есть березка. Очень красиво. Посередине березки мы. Ой, даже не знаю, что еще сказать. Ничего не охота говорить. Опа. Березка. Если ты еще это сделаешь, то я буду вообще в шоке. Сколько можно прыгать? Вот сколько можно меня расстраивать, а? Не, на самом деле я рад, это я так. Сергей Сергеевич забывает, что я ученик РПЦ-клана. Не, ученик уже давно превзошел учителя. Ну давай, долетай уже, это будет типа это. Завершение. Завершение такое будет напоследок. А дальше мы уже не знаем, что делать. Не знаю, в общем, я сегодняшним днем доволен. В принципе, ну то есть вдоволь да напрыгался. Погуляли хорошенько, попрыгали. В общем, смотрим, ребят. Прямой репортаж. С ВДНХ, гостиница «Космос». Молодец, молодец, молодец. Ребят, ставьте лайк за его прыжки сегодняшние. Пишите в комментариях, что это недостаточно профессиональный паркур или как, я не знаю, достаточно серьезный. Опа. О. Ну на этом. Ну вот у нас как обычно. Вот ты мог не прыгать этот прыжок? Мог не прыгать? Вот на этом мы так все было прекрасно. Продолжение следует. Ну ёв, ребят. Ну что, ты, может, еще что-нибудь скажешь? И все. Берегите себя и своих близких. Любите этот мир. Любите себя, мир. Хотя себя, как все. Ну да. Не путайте любовь к себе с эгоизмом. Тут такая тонкая грань. Ну, об этом в следующем выпуске.